Уважаемые далекие и близкие подписчики и зрители нашего канала, хотелось бы в этот прекрасный солнечный зимний день сказать добрый день, но не получается. Вчера, позавчера произошли в нашей республике те события, которые, можно сказать, потрясли мир. Самое страшное, когда гибнут люди. А гибнут, в первую очередь, как правило, молодые в таких событиях. Не будем сейчас обсуждать эту тему. Может, чуть позже еще пару слов скажу. Но будем говорить о том, что в Караганде магазины работают, бассейн работает, телефоны домашние работают. Вчера отключали их немного, они без связи были. И вот Билайн тоже работает. Из мобильных сетей, внутри сети Билайн работает. Я не знаю, когда появится это видео, потому что интернета все равно пока нет. До обеда был вчера, сегодня нет. Что касается других событий, подробности не знаю, но в Караганде несколько сотен человек выходили. Ну, с теми известными вопросами. И главным вопросом, почему подорожал газ. Ну, все закончилось, насколько мне известно, мирно. Получили объяснение. Цена на газ осталась на прежнем уровне. Ну, и на этом, надо надеяться, все закончилось. Что еще в Караганде нового на сегодняшний день? Да, проедем, посмотрим. Объявили ЧП, чрезвычайное положение на территории Казахстана. Как оно отразилось на нашем городе? Ну, пока особо ничего не заметно. Что-то изменилось. Елки стоят, люди гуляют. Ну, дай бог, чтобы так и было. Или, скажем, словами Юлиуса Фучик. Люди мира, берегите мир. Января. Вспомнил дату сегодняшнюю. Сейчас проедем возле Акиматов для успокоения. Машины стоят, может, даже еще и работает. Опаньки. Так. Ага, Акиматы не подпускают. Саня, я понял. Ну ладно. Все остальное тихо, спокойно.
Елки на месте, все остальные вещи здесь. Сейчас подъедем к городскому акимату, глянем окошком камеры. Как там? Та елка, которую мы видели в прошлом году. Тут вообще никого не видно. Ну пусть так и будет. Нет ничего дороже, чем спокойствие в любой стране мира. Я был свидетелем непосредственным, а может быть и немножко, так скажем, локальным, во время событий 86 года в декабре, 91 в Москве, и потом после обстрела Белого дома я видел кровь на московских мостовых. Для чего это все нужно? Кому это нужно? Еще раз повторю. Люди, берегите мир. Всем добра, всем счастья и спокойствия. Все вопросы можно и нужно решать мирным путем.